Значит, здесь одна скумбрия, как я ее разделывал. Разрезал по хребту до живота. Живот не разрезал, хорошенько почистил, достал все кости и сделал вот такие вот надрезики. То есть получается вот так вот. Для маринада потребуется пол столовой ложки растительного масла, 1,5 столовой ложки соевого соуса. Можно брать унаги, тоже будет очень вкусно, если есть. Пол чайной ложки горчицы, ну это из расчета на одну скумбрию. Немного черного перчика. Пол чайной ложки приправы к рыбе. И пол чайной ложки паприки. Перемешиваем. Взял форму для запекания, немного смазал растительным маслом. И аккуратненько смазываем соусом. Вот так вот, друзья, хорошенечко смазал маринадиком. И оставляю, ну, хотя бы минут на 15. Если есть время, то лучше на полчасика. Теперь отправляю эту прелесть в духовку 180 градусов, примерно на 25 минут. Сделаем соус крепкий. Пол столовой ложечки сметаны.